Всем привет! Всем привет! Вы находитесь на канале Лиска Китти. Да. Сегодня мы с Алисой вам покажем вот волшебную слизь. Да, вот. Тонкая радуга. Вот у нас есть такой наборчик с волшебной слизью. Ее можно даже будет надувать, как пузыри. Весь мальчик надувает. А чисто, а там будут формочки? Растягивать, наверное, формочки будут. Сейчас посмотрим, да? Откроем. Ага. Я не знаю, что там будет. Ого, тут куча разных цветов. В баночках. Зелененький. И голубенький. Два голубеньких вот. Ой, и два розового. Вот такой один черный, один мелкий. И это. Да, один бледненький такой розовенький, и другой поярче. И желтый, и еще один желтый. Два желтых. И два белых. Они какие-то зеленоватенькие немножечко. И крашу, и хвоетовый, красный, и оранжевый. Оранжевый. А что там за формочки? Давай посмотрим. О. Дельфинчик. О. Сейчас покажем. Это какой-то рак, что ли? Ракушка. И вот такие штучки. Ну что, давай раскрывать? Давай, сейчас. Какой первый цвет будем открывать? Слизюки волшебной. Прям розовый. Твой любимый. Ой, а я думала, он какой-то с пленочкой будет. Он с пленочки вот такая прикольная. Дай, потом. Доставай. О, какая классная, ничего себе, вот такая прикольная вообще. Цвет такой яркий, красивый. Ты видела эту куклу? Тянется. Ай-ай. На тебе побольше, а я какой-нибудь другой открою, фиолетовый. Тоже помну по-всякому. Достаем фиолетовый. Он такой вообще приятный на ощупь. Клапик. А как из нее, интересно, пузыри дуют? Давай. Мама! Попробуем. О, ты крабика уже сделала? Лиска крабика. Когда я кого-нибудь попробую сделать. Так, попробуем вот так придавить. И лишнее уберем. Вот такая ракушечка получилась. Фиолетовая. Что ты там, дельфинчика делаешь уже? Да. Давай попробуем вот так. Хоп-х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 оп. И теперь достаем дельфинчика. Получился у нас дельфинчик? Как-то хвостиком длинный. Какой-то хвост длинный. Режется? Ну-ка я свою попробую порезать. Мама, я буду свой блинчик. О, отлично режется, кстати. Мама, я буду блинчик свой резать. Молодчина. Очень хорошо режется. А у меня вот такой нос. Давай попробуем пузыри надуть. Как они там надувают? Положим их, наверное, обратно. Давай надувать. О, я прям в шоке, как их надувать-то. Я попробую вот так. Не, прям я не знаю, как их надувать. У тебя уже вон дырка, надо, чтобы дырки не было. Не получается у нас пузыри. Принесли мы насос, который надувает шарики. Сейчас попробуем что-нибудь надуть. Вот так вот запихаем. И... ой. Ничего не дуется вообще, ничего. Никак их надувать. Эх, а как же их дуть-то? Ну-ка, давай я твою попробую. Вообще ничего не дуется. Это мое яблоко, это мое. Все твое, что ли? Это моя еда. Все мое-то. Зелененькую волшебную слизюку. Как тебе надувать-то в пузыри?
А вот так растягивается, смотри, растянула я. Эй! Ну, она вот так, смотри, тянется, прикольно. Мое к вашему яблоку. Мое. Все мое. Обрусил! Оранжевенькая слезючка. Мое. Как же тебе пузыри-то надувать? Нет, как? Мы не хотим надувать. Вот так тянется. Ой, смотри, как растянулась. Я хочу тоже. Прикольно. Пум. А почему все такое? Все такие красивые цвета. А почему все такое острое? А вот, смотри, прикольно, да? Растянулась. Я еще попробую трубочкой понадувать. Я попробую поесть. Ставлю. И вот так подуть. А я ем. Так, яблочко. О, чуть-чуть получился какой-то малюсенький пузырик. Покажи. А я делаю обед. Обед у тебя там? Ага. Что это там у тебя зеленое? Яблочко. Яблочко будет? Так вот прикольно растягивается. А ты стаскиваешь у ее фут. Не хочешь захтопать. А пузыри не надуваются почему-то. И, ай. Оп. Оп. Убираем лишнее, где у нас тут. Вот это, кстати, лишнее можно убирать, вот этой штукой обрезать. А вот это. Вот это лишнее уберем. И открываем кроша. Моему. Ой, что там прилипло все. Ой, немножко видно, что это крош. Ты хочешь? У нас еще Нюша есть. Попробуем сделать. Ёжик, бараш, так. И Нюша что-то приклеилась, ну, вся. Так. Ой, ну, мама, ну капец просто, мама, какой-то. Мама, смотри, я готовлю еду. Молодчинка. Так, какой-то есть. Капец просто прилипает и все, и не хочет. Какая-то бесформенная штука получается. Ладно, что мы там еще не открывали с тобой? Мама. Бледно-голубенькую. У нас таких две, да? Открываем. Что, хватит, мама? Да. Открываем, растягиваем. О, да я попробую. О, смотри, как классно. Там был печаток был. Смотри, как большая. Растянулась. Прикольно. Переворачиваем. Опа, вылезай. Не хочет вытекать. А может вот так, а может постучать? Вытекай давай. О, вот смотри, прикольно, да? Вот такое получилось. А давай порежем. Красивенько. А порежем. Давай режь. Песточек один. Нам нужно песточки. Что уж готовить что-то. А можно какой-нибудь красивый цветочек сделать самим, чтобы у него были разные лепесточки. Давай попробуем. Давай. Вот такой получился у нас цветик-семицветик. А можно там жить? Можно жить. Я живу здесь. Живу здесь. А она там. Тебе нравится цветочек наш? Да. Очень даже красивый. А я здесь буду жить. Вот так, если еще оторвалась. Опа, она тянется, тянется. Ой.
слюка вообще. Да, поугаилась. Можно вот такие колбаски делать, да? Колбасу. И одежду. Вот такую. Вот, я как колбасу сделала. Опа. О, это моя колбаса. Дай мне ножички, ее порежу с мальчиками. Я хочу. Колбаса, она орешная. Сейчас я тогда желтую, песка у меня красную забрала. Делаю желтую колбасню. Ух, какая толстенькая получилась. И режем кусочками. От кусманчик какой. Еще один. А я быстрее. У тебя нож, у тебя быстрее режется, потому что ножички. Вот еще один. Вот сколько у нас кусочков, будем всех угощать. А я вот штока. Разноцветной колбасой. Смотри, еще можно какие-нибудь кренделя делать. Вот так, оп, заворачиваешь. И кренделечек получился. О, дай не попробовать. Вот такой кренделечек прикольный. Да? И с другой стороны, вот такая конфетка получилась прикольная. Давай попробуем тортик сделать. Смотри, одна лепешечка. Подожди. И сверху вот такой фиолетовый блин. Нет, не все. Как не все? Все. Раз, два, три, четыре, пять. Розовый. А, розовенький. Еще будет такая сверху, типа ампушечка. Такой такая. Есть? Опа, она сверху. Мама, такой есть. Ам-ням-ням. И весь торт расплылся. Давай тут, мам, давай сейчас будет торт и конфетку. Давай. Давай. Вот, получилась лепешечка разноцветная. Даже одинаковые. Ты посмешала все цвета? Что за цвет там получился? Ого, какой цвет получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока всем. Пока.